Так, тебя я полью, тебе уже вижу программофончик давать, чтобы ты послушал музычку. Так, тебя надо полить. О, ха, ребят, здравствуйте, меня зовут Флавиус, я уж совсем забыл, что вы здесь. Так, что ж, сегодня мы играем в растения против зомби, мы сейчас следим за нашим садом Дзен, тут уже, смотрите, у нас кабачок маленький вырос, ха-ха, прикольно. Я уже долго тут сижу, поливаю их, я теперь, кажется, понимаю, для чего нужна золотая лейка, потому что очень много нужно поливать растений за раз, у меня тут уже целый их, не знаю, садик, палисадник этих растений, и, в принципе, все они чувствуют себя хорошо, кроме вот этого грибочка, он немножечко у нас уснул и не хочет просыпаться. Но ничего страшного, думаю, в этом нету. Скоро мы купим для него специальный ночной террариум или как-то ночной садик, и будет ему все отлично и хорошо. Денежек я уже очень много получаю, прям я вот такой богатый стал. Я вот почти скоро засажу весь этот сад. А, и у нас там, ребят, еще есть, как это, дерево мудрости, да, и оно нам подсказывает всякие подсказки. Но оно дорогое очень, на него нужно много, как это называется, для него нужно много-много всяких удобрений, и пока что у меня столько нету, но я уверен, что накоплю. И, ребята, я помню, что оно нам подсказало одну команду, которую можно ввести, если вы играете на компьютере. Она называется Future, и мы увидим зомби из будущих. Ну что ж, давайте приступим. Нам там нужно пройти выживание ночью на бассейне. Да. Вот такой вот у нас... А, еще и с туманом. Фу, ребята, это, конечно, будет забавно. Ну, ладно, я попробую это сделать. Так, беру я подсолнухи, двойной подсолнух. Беру огорашиватель, беру двух стрел, беру гриб такой. Беру гипногриб беру. Так, что еще? Фонарик, конечно же, обязательно беру. У нас тут что, летающих нету? Значит, берем брызгунчика. Так, ну и, в принципе, все, ребята. Поехали. А, у меня тут грабельки есть, это очень хорошо. Потому что мне нужно видеть, откуда наступают на нас зомби. Ну и, в принципе, я сейчас сделаю немножечко магии, немножечко все это ускорю, ну, чтобы вы не видели, как я тут расстраиваюсь, потому что это долгий, довольно-таки нудный процесс. Так что, ребята, рекспекс, погнали! Так, ребят, ну что ж, вот я уже, кажись, прожил эту волну. В принципе, достаточно-таки просто. И что я буду брать дальше? Двойные подсолнухи, огорашиватель, бумагрибчик. Это наша основа, так сказать, кистяк всего нашего, всей нашей обороны. Также я давайте, не знаю, золотой цвет возьму, но я пока что не знаю, куда его ставить. Так, кувшинку. И из новенького, что нам нужно? Что нам нужно? Фонарик обязательно. Надо его как-то будет защитить с помощью, давайте, наверное, высокого стенореха. Потому что тут уже вот зомби-пловцы пошли. Надо будет как-то от них отбиваться. Ну что ж, ребята, поехали. Так, ребят, ну что, у нас приближается уже конец волны, я вам вкратце покажу, что я тут вообще натворил, каких делов. Ну, смотрите, у нас тут, значит, ряд стенорежков, ну, это так, на будущее, на перспективу, где-то два ряда огорашиватель будет, ну, может, три, ну, где-то так. И, конечно же, два ряда двух стрельчиков. И, конечно, нам еще нужны фонарики, куда-то их ставить нам надо. Но пока что особо места нету. Нету, куда их ставить. Ну, то есть, в принципе, их два нормально. Два фонарика на игру, это нормально. Вот, вот сюда поставил. Видите, и мы, в принципе, тут все прекрасно видим. Но тут чуть-чуть ближе я поставил. В принципе, ничего сложного пока нету в этих волнах. Ну, тут мы опять, наверное, 5 волн должны пережить. Ну, думаю, легко справлюсь со всем этим, со всеми этими задачами. Так, кувшиночку ставим, золотой цветик ставим. Денежку собираем. Так, сюда и сюда. О, все, хорошо, успел я вот такую, значит, картину сделать. Что беру дальше? В принципе, вот это.
кувшинку, смотрите, можно взять. Она повоздушная. Ну, возьмем, посмотрим, что она из себя представляет вообще. Так, и что нам еще нужно? И златоцветик. Так, и еще что-то можно взять. Может, арбузик взять? В принципе, прикольно, по области бьет. А, не, дерево-факел нам уже нужно, ребята, дерево-факел. А потом мы поставим еще рядок арбузиков. Ну, в принципе, поехали. Так, сейчас покажу вам, что, как я здесь сделал. Вот тут рядочек будет этих, тут факелы. И где-нибудь будут еще арбузики. Наверное, сзади поставлю вместо одного ряда подсолнухов, когда сделаю два ряда двухглавых подсолнухов, скажем так. Так, зомби тут прут, идут, и давайте как-то... А, видите, то есть... Ну, сейчас посмотрим, как это работает. Ах ты, смотрите, ребята, а это неплохая такая кувшинка. Она потому что бьет и в бок. То есть, вот это круто. Вот это действительно круто, ребята. Такого я не ожидал от нее. Может, рядочек их поставить еще так? Ну, как бы у меня больше места тут нету. Мне и златоцветиков хочется понасаживать, и фонарики, и все-все нужно, все никуда не деться. Ну ладно, ребята, ладно. Ускоряемся и посмотрим, что будет дальше. Так, ребят, ну что ж, в принципе, все, заканчивается эта волна, тут тоже ничего сложного не было, ну, сейчас пойдет большая волна, я ее отобью, скорее всего, даже бум-грип не буду использовать, или использую. Не, ребят, я все-таки использую бум-грипчик, я его обожаю. Так, идут такие зомби, такие думают, сейчас мы его захватим, но, ребята, не тут-то было, мы, как говорится, крепкий орешек. Так, мы так крепкие, ребята, орешек, но похоже нас тут немножечко, совсем немножечко сейчас прокушают всю линию. Так, вот это, конечно, поворот, да, я не учел, поэтому нам придется взять растения, которые стреляют назад. Да, ребята, вот это поворот, так что берем их сразу, берем кувшинки, а то я в этот уровень не взял их, как всегда. Так, стенорешек, арбузик, златоцветик, рогоз. Может, рогоз взять? Все-таки неплохой рогоз, он мне нравится. Давайте рогоз возьмем вместо вот этих вот. Так, вот это. Что еще взять? Стоп, эти нам еще нужны, ребята. Или не нужны? Вот это нам нужно. Или не нужно? Не знаю, что брать, бум-грип нужен. Бум-грит обязательно нужен, потому что тут уже идет зомби на катапульте. Так, все я учел. Всех зомби я, скажем так, подсчитал. Ну стоп, тут нету копателя. А я в прошлый раз, наверное, посмотрел, что копателя нету и поставил. Ну ладно. Если что, у меня еще есть одна свободная линия. Нет, две свободных линии я еще могу освободить. В принципе, так. Так, ладно, давайте вот так возьму пока что. Ладно, давайте таким составом посмотрим. Да, правильно я все взял, ребята. Не пожалел, что я такой состав взял. Давайте кувшинками все насадим. И сюда я посажу линию рогоза. Ну, не сюда, а вот сюда как бы. И думаю, все будет очень даже хорошо. Так, одного подсолнуха мы решились. Но думаю, в этом ничего нет страшного. Так. Угу. Да, в принципе, я все правильно делаю. Сейчас мы поднакопим еще больше солнышка и пока что все ускоряется. Кстати, у нас, ребята, заметьте, у нас зомби из будущего идут, непростые. Так, приближается прибольшая волна. Я даже ничего не буду делать. Я только хочу освободить одну линию от этих орехов, чтобы, ну, чуть ближе были мы, и там наш один орех придавили. Да, вот это потеря, конечно. Ну ладно. Ладно, не беда. Думаю, все будет в порядочке. И одного зомби, ну, точнее, одного растения нас лишили. Негодяи. Да, вот это вот, конечно, машина. Ну, ничего, думаю, страшного в этом нету.
А, не успел посадить еще одно растение. Так, ага, тут смотрите, у нас прыгун, танцор и копатель. Так, вот против копателей мне как раз кувшинки и нужны. Так что беру их, беру подсолнухи. Обычные вот это, вот это, вот это. И места больше не остается. И мне бы еще нужно вот это взять. Так, поехали, поехали. И кувшинку забыл. А-па-па-па-па-па. Ну ладно. Ничего страшного, думаю, в этом нету, что я кувшинку забыл. Обойдусь без нее. Так, мне надо, главное, засадить весь вот этот два ряда нашими драготак и фонарик. Ну ладно, без фонарика буду. Пока что вот так, как-то так. Так, вот тут вот эти два рогоза будут нам отстреливать и служить как это сказать... против копателей, в общем-то. Надеюсь, это поможет против копателей. Ну или попросту эти шахтеры землеройки до нас не дойдут. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Думаю, так все и будет. Так, ну что ж, ребята, ускоряемся! Так, вот и большая-пребольшая волна. Так, надо подумать, что мне делать дальше. Так, рогоз я оставлю. О, шоколадка для нашей улиточки. Будет она теперь пободрее бегать. Ну что ж, смотрите, в принципе, да, копатели до нас даже не добрались. А, нет, гад такой добрался. Ну, смотрите, а его достает рогоз, то есть он с краю как бы находится. Да, ребят, смотрите, рогоз его легко очень даже достает. Да, да, все замечательным образом у нас получается. Только водолаз, конечно, пробрался, но это не беда. Это не беда. Не беда, ребята, потому что я вот так сейчас сделаю. Я поздно это сделал, ну да ладно. Я все равно прошел этот уровень. Так, 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 вы открыли новый режим выживания. Так, и что же это режим за режим такой? Так. Выживание ночью. Сложный. Ребят, да, кстати, в комментариях мне написали как-то, что вот это S, это сложный. Я как-то не подумал об этом. Ну ладно, нам тут осталось еще выживание на крыше. И потом мы уже будем сложный режим проходить. Что ж, на этом все. С вами был Флавиус. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Адьё!